контроль над детьми, а именно дать возможность детям самим руководствоваться тем, что они хотят, то, что у них есть внутри, то, что у них есть в подсознании, то, что они хотят показать миру. Для этого мы используем сказко-песко-терапию. В сказке мы учим детей между добром и злом. Сказко-песко-терапия дает нам возможность выразить их эмоциональные возможности именно каждого ребенка в отдельности и в группе. Умеем уже рисовать. Не в первый раз уже с вами будем рисовать. Сегодня наша сказка будет называться «Вишенки». Сейчас Татьяна Михайловна будет помогать в этой работе. Очень внимательно смотрите сказку. Хорошо? Сейчас давайте рассаживайтесь по местам. Фрагменты будут нарисованы на песке у нас, а какие-то будут уже выставлены игрушками. Это один из приемов как раз таки терапии. Так. Засыпаем фон. Помните, как я вам говорила, как мы делаем сами? Это как фон засыпаем? Полностью делай одинаково. Гуляночка. Теперь будем с вами рисовать дерево. Как мы рисуем дерево? Большим пальцем руки. Наш деревце. Смотри. Теперь пальчиками делай ягодки вот так по всему. Вот и солнышко нарисовала. И сверху на деревце. Чтобы дерево наше не было. И мы будем вишенки с вами рисовать. Тортик вот там. Уже из дерева получилось девочка. Все, Оляна, хватит. Теперь берем, делаем веточку под наши вишенки. Ты рисуй здесь кругляшок вишенку и здесь вишенку. Вот тут кругляшок рисуй. Вот здесь тоже. Вот. Ой, молодец.
листочек вот тут можешь нарисовать. Не бесполезно. Давай еще. Теперь еще раз насыпаем, а будем рисовать. Мальчики рисуют мальчиков, а девочки девочек. Да, у Леночки девочку нарисуют. Глазки. Носик. Сразу он с вишенкой так положил нарисовать. Молодец. А это можно рисовать? Вот вы сейчас рисовали же девочку с вами? Мы с вами полегче. Мы полегче нарисовали, но вот принцип такой, да? Девочка, да? Каждый, как вы видели, девочка и мальчик. Вместе, друг за другом. Ключевые слова – это держитесь вместе, друг за друга. Вы всегда были вместе, только друг за друга держали, что вы особенные. И такие, как все, у вас очень много, есть талантов. Вы каждый день в этом убеждаете. Понимаешь? Дорожки мы сделаем. Строите каждую свою сказку. Сказку. А потом расскажете каждую свою сказку. Что еще? Это его животное. Давай, сердечки, да, присутствуют? Ну, давайте. Давайте попробуем. Постой, ну, с тобой не успеваем. Море. Сокол. Большой, да? Еще рядышком не сумели. Just starting to crawl.
Спасибо.